Доброе утро, дорогие наши любимые зрители. Вот так проходит наше утро обычное. Выпустили гусей. Поедут. Да. Мажор что-то унюхал. Так, это у нас второй сарай. Так, мы его уже начали заваливать стройматериалами. Игорю подарили вот такие желоба для корма. Классные, ну, металлические. Железные. Да, пили пиво. Чашки вон какие-то стоят. А, наверное. Вот такие у нас тут. Оп. Оп. Что там мажор словил? Что-то ищет, что-то чует. Уходим, уходим. Так, водичку кроликам поналиваем. Мажор, что там? Бак. Папа убирает стружку. Мы вот собираем автоклав назад на фирму в Черновцы. Все, нам не понравилось. Отдаем назад, сейчас запакуем. Вообще мы шутим. Ну, ждем новый, какой-то обновленный. Потом расскажем. В очках ты не заметил? Зайка опять что-то готовит за мультиварки. Вот он там готовит, чистит картошечку. Это будет рагу. А что? Жаркое. Картошка, тушеная с мясом. Мясо домашнее, свиное. Это не парит? Я помешала. Красивая, да? Смотрите, какая у нас погода. Фу, мокро. Бека. Снег мокрый. Все, закрываем. Закрываем. Утепляемся. Так, вот орешки. Орешки чистим, потом сушим. Чистим таким Фискарсом. Очень удобно. Металлическая. Есть металлическая. Вот уже сколько готово. Чуть-чуть сдадим. Заработаем пару копеек. У нас, в принципе, принимают 100-120 килограмм. Вот это на 2 килограмма пока.
Так, еще вам хотела показать новый диван в комнату родителей. Вот такой красивенький. Кровать мы вынесли в другой дом. Вот такая красота. Сейчас буду чистить печку и будем топить. Холодно. Потом покажу. Еще тут покажу. Вон там гуси. Гуси, га-га-га. Мокнут. Тут все убрано. Листья поубирали. Вот такая красота. Болото. Ну все, пока. Покажу, как выбираю пепел. Ну, вот так. Рома. Все, уже почти выбрала. Погодка набирает оборотов. Уже все побелело. Лопатой. Ну все, с первым снегом нас. Чистит. Пека. Вот такая под ногами. Вот такая у нас погодка. Еду в Киев. Вот уже по обочине начали обгонять. Вот какая-то пробка. Видно, авария. Под ногами месиво. Да, такое что-то.